Председатель Тверской городской думы Евгений Пичуев встретился со студентами с особыми потребностями по здоровью полиграфического колледжа в Твери. Он вручил детям творческие подарки, которые пригодятся им в дальнейшем обучении. Подробности в нашем сюжете. Студенты с особыми потребностями по здоровью обучаются в колледже год и 10 месяцев по программе «Художник росписи по дереву». Несмотря на все трудности, ребята усердно учатся и старательно работают. Некоторым надо только, чтобы за линии не заходили. Вот. Другие могут сами творить даже, когда задаешь тему. Они, ну, сейчас, конечно, интернет им помогает сильно, а срисовывать они умеют. Вот. Наша задача – они умеют на кальку переводить рисунки, даже созданные самим там на любую форму, и переводить их. Как отметил председатель Тверской городской думы Евгений Пичуев, ребята выбрали хорошую творческую профессию. И по работам, которые представили студенты, видно, что обучение проходит не зря. Профессия, работа, которой вы, я надеюсь, все будете потом заниматься в своей жизни, она очень нужна, очень важна для нас, для всех. Потому что это творческая работа, которая нужна именно вот в своей внимательности, усидчивости. И вот те художественные, которые мы сейчас видим, ваши учебные работы, они достаточно уже профессиональные. Затем ребятам вручили творческие подарки, которые помогут им в дальнейшем обучении. К слову, студенты с особыми потребностями по здоровью не только посвящают время учебе, но и активно принимают участие во всех мероприятиях колледжа. Ребята активные, всегда откликаются и участвуют в различных мероприятиях, которые проходят в нашем колледже. С удовольствием поют, танцуют, читают стихотворения. Также традиционно участвуем в региональном чемпионате людей с ограниченными возможностями здоровья «Обилимпикс» по компетенции изобразительного искусства. И ребята занимают призовые места. В учебном заведении готовят специалистов полиграфического производства, народно-прикладного творчества и других специальностей. Всего в колледже обучается 450 человек, из них 20 – это студенты с особыми потребностями по здоровью.